Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха вошел в число наиболее посещаемых парков Подмосковья. За неделю с 17 по 23 января его посетили 27,5 тысяч человек. Именно в парке Ларисы Лазутиной находятся две лыжных трассы, которые входят в число лучших по региону. Лыжные маршруты пользуются большой популярностью у жителей и гостей округа.